Женщина, стендап – это юмор. А вы сидите как на похоронах. А у нее тетка вчера умерла, ее током ударил. А не надо было лампочки в подъезде выкручивать. Самый впечатляющий карьерный старт во всем российском шоу-бизнесе уходящего года. Не, ну вы просто, я... Ну, вот, Три раза повторил, пожалуйста, можно особо не острую. Все стоит денег, ну звоните, будем договариваться. С этим микрофоном шнуровым, сколько... Ну блин, это же не то, что моя какая-то прихоть. А он это, в другую лигу случайно не записался? За твой светлый ум. Ген, ты перебарщиваешь. Нил, давай каждый своим делом будет заниматься, а? Мил, я не понимаю, что происходит-то? Ты где вообще? Короче, я вроде все придумал. Тут ты мне помочь должна. Если что-то пойдет не так, она нас никогда не простит. Красная поляна. Отель тот же, номер тот же. Ну, спой 2-3 песни, все, и свалим отсюда. Ты не понимаешь, ты правда талантливый. Давай сингл запилим. Да я сказала нет! Звоним? Пока, погнали! Ничего не говори. Я кроме певицы себя никем не видела. Ну, ты сама говорила, лучше сделать и жалеть, чем не сделать, потом жалеть все время. Ничего не говори. Не расстраивайтесь, здесь все рано или поздно оказываются. Я вот как к этому отношусь? Опыт.